образовательную программу, да, «Школа России. Перспектива школы 21 века». Но на этой площадке у нас всего лишь две программы. Все учебники вам будут выданы в библиотеке, то есть учебники покупать вам не нужно. Вы покупаете лишь рабочие тетради, которые являются, ну, индивидуальными. У них ребенок ваш работает, и дальше остается у вас дома на память, кого-то не на память. Ну, в общем, они индивидуальны, поэтому вы только их покупаете. Какие именно, это вы уже будете решать на классном собрании, и учитель уже вам предложит, потому что достаточно широкий спектр выбора рабочих тетрадей. Возьмете вы все или возьмете вы только одну тетрадку по предмету, это уже будет зависеть от учителя, и она вам даст знать, что вы будете брать. Ну а сейчас мы продолжаем наше родительское собрание и слово предоставим психологу нашей школы, которая вам тоже даст небольшие рекомендации, как подготовить ребенка, у вас времени достаточно еще, чтобы он хорошо адаптировался к школе. Ольга Анатольевна, пожалуйста. Я школьный психолог, я не единственный школьный психолог.